Рекламка от Сурового. Группа в телеграм-канале Вов Донат. 372 участника уже, ребят, подписывайтесь. А рекламировать вечно ведь не смогу я. Поэтому подпишитесь, пусть у вас будет. Там в самом верху полистайте, прочитайте, как покупать кристаллы. От Сурового 5% скидка на первую покупку. А мы продолжаем турик. Анастасию, ребят, почти вкачал. Со вчерашнего дня качал. Вот я ее сюда. С квасирчиком. Пусть играет. Давайте слом дадим ему. Толще стал. Толще стал. Только надо дальше еще качать. Попробуем. Ой, блин, Наську, блин, с миньонами нечем будет убивать. Что-то я тут не грубанул ли. Давайте в синюю, зеленый кинем. Так себе, да? Они тут как бы лекари все в обороне. Мы, чувствую, сейчас зальем. Они как бы хилить-то не должны. У нас такой поляной-то. Можно и залить. Так, всех по чуть-чуть зарядил. Голос продолжает, ребят, быть такой же, как и был. За детский баскетбол болел. Первое место среди 8 команд взяли. По-моему, 8 было. Блин, она еще атаку срезала мне. Ганина такая. Так, Птолемей. Что он сделал? Иммунитет к новым недугам. Да как ты это сумел-то, блин, а? Прикиньте. Какой он имбовый оказался. Птолемейчик-то. Так, зелень, приди. Нет, желтый. Не убивайте пчеловода. Блин, ноль горит. Затыкали бедного. Так. Контратака теперь стоит, да? О, это на X2 бьет. Ага, я атаку не умею подрезать, да? Просто прекрасно, блин. Как мне делать-то, я не знаю. Сейчас она меня шатанет. Ну, давайте так, с двух камней, может, что-нибудь там... По 400 дала. Ни за что. Попаду. Попал. А ведь я собирался хорошо отыграть, ребят. По факту что-то пока. Что видим, то видим. Лекарям контратаки. И одной бабе по центру. Наськой зовут. Так, а моя Наська тоже зарядилась, смотрите. А ну, Настя, давай. Так. Только сдиспелить получилось. Ну, наверное, тычку надо нивелировать. Хотя там контратака встанет. Ладно, бог с тобой. Затыкали такие. Так, Наська, давай выживаемость, давай. Ты смотри-ка, что мы потихоньку свою ношу-то тащим, ребят. Так, Птолемейчик. Тычку надо убирать, пробовать. Тычку надо пробовать убирать.
ни хрена, живи живых. Давайте тут морду взорвем. Нас все равно стычки затыкивают. У нас есть пока все шансы. Вот сейчас кидаем. Сейчас будет тычка, да? А насколько будет тычка больна? Просто можно попробовать тычку убрать. Добили, ребята. Имбобой, блин, начало отличное положено. Так, красные, смотрите, поджигальщики. Опять какую-то солянь еще я, короче, собрал. Идем посмотрим. Как говорится, поглядим. Вот так. Так, желтые. Ну, давайте кристалл желтый. Эх, нету. Фиолетовый кристалл можно сделать, да? Давайте красные заберем. Желтый все-таки пришел. Давайте скромно его возьмем пока что. Так, он ходит. И этот еще ходит, да? Ну, прокинем, наверное, вот так. Поищем еще эти. Еще желтые поищем. Ага, по колю решили добить. Ну, ударим, наверное. Нет, надо. Куда бить-то, ребят, не знаю. Сюда, наверное, надо бить. Скоропостижно. И сюда. Так, включаю контратаку, пусть тычутся. И заряжаю желтую. На X2. Давай, родная, что умеешь? По 200 дала, атаку подрезала. Ну, меня это устраивает. Так, колё надо добивать. Зелень, зелень, зелень. Давайте вот так аккуратненько зелень возьмем. Максимально неаккуратненько. Теперь этого поджигальщика надо убить. Колес одного камня зарядится. Так, они себе ману режут периодически, да? Давайте камень кожу пусть включает, живет потихоньку. По 150 ударил, да? Здесь, может, добьем даже. Так, ну, на вид все приемлемо, кстати. Так вот, красный. Эх. Блин, сегодня Наська в главной роли, ребят. Без эмок. Недокачанная. А делает свою работу. Так. Доживали, ребят. Миньоны. Барян по центру. Так, а что против баряна-то можно по центру сообразить? Ну, как минимум зеленых, походу, и желтые. Так вот, желтые. Щиточки. Ну и... Ну и, ну и, ну и, ну и... Ну и вот так, наверное. Погнали. Так, опять желтые. Ну, четверка, да? Хуже не будет. Здесь бросаем. Так, можно миньонов поставить. Давайте поставим себе миньончиков, поживем. Шибко они мне нравятся. Так вот зелень берем.
А, Меллиндер-то у нас. Ребята, он же у нас ведь средний. Ну, тогда вот так с Дином прокинем, может, четверка вылетит. Нет, четверки нет. Кристалл в душу, да? Ее больно сейчас будет. Ты пойди думай, как лучше-то. Так. Тогда, наверное, было аккуратно собрать зелень, да еще вот так. А кто сдиспелил? Вот этот мой дед, что ли? Да. Смотрите, дед снял усиление контратаки, и мы, короче, не так больно ударились. Хера они напридумывали, да? Мистика, думаю, какая-то. Так, снова дед заряжен. Снова Наська заряжен. Наська, тащи. Так, вот здесь еще пока что покидаем. Наська, тащи еще. Вот так. Эх, выжил. Бах, свет выключили. Наська такого удара не ожидала. Так, смотрите, это сколько корешков наплодило. Мне говорили, что она корешки плодит. Просто имба. Но я не думал, что прям так до хрена, смотрите, действительно на каждом ходу по корешку делает. Хера прикол. Так добили, слава богу. Еще одного забрали. Так. Лисюха. Тут уже страшные ребят. Контратака, лисюха. Ну погнали, две контратаки. Зеленый кристалл вообще идеально. Теперь надо, чтобы центр не зарядил раньше положенного. Теперь надо, чтобы она заблочилась. Стойкость. Короче, она сдохла без вариантов. Так. Мелиндра держим. Пять носки в башку дали, а? Так, миньону ставлю. Так. Эх, Наське на x2 чуть-чуть не хватило, да? Ну, тут, смотрите, тоже разбираем. Текс. Взорву. Так, так. Так, Настенька на x2. Смотрим. 300, 200. Вообще пойдет. Она апнулась, ее раньше она не такая была крутая. Раньше она не била, ребят. Так. Добили. Ну и все, побеждаем. Текс. Еще мало, блин, да что такое?
Так, и еще один тапочек. Вот тут где-то явно не нужен вообще никак. Давайте Джунаид. Стрёмная парена опять. Красный. Интересно, ничего не пришло. Так, сделаем, потом две желтых соберем. Ага. Ну, как хотел, так и делаем. Питеру досталось, да? Где-то на желтеньких найти. Ребят, заливной тапок чувствую будет. Так, можно сейчас заряжаться, нет? Нет, он сбросит. Он не так работает, как Альфрика. Так, добили. Что она делает? Почему зубы нарисованы? Так. Держи, Джунаида, привет. И ману сбрасывай. Ткнул еще ведь, а. Напоследочек. Промазал. Так, здесь блочим. Наська, 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 тащи. Оп, подхил. В виде Анастасии. Три в пустоту. Эх, бах. Что делаем-то, ребят? Я предлагаю еще Анастасию нажать. Что он делает? Солдатов будет призывать, да? Ладно, здесь может красные закроются. Как-то полянку поинтереснее сделает. Так. Сгорел. Ух ты, заряжаем, конечно. Ну, блин, ребят, поляна закончилась, а. Самый неподходящий момент. Обидно, да? Да и игра такая бывает предначертанная, я не знаю. Что без вариантов вообще. Чего бы не бросал. Да куда тут столько солдатов наплодил? В жизни не добить. Нахрен. С поля боя. Кристаллы забрали на третьем дне. Да, слабовато будет. О! Еще один проиграл. Ладно, вам, ребят, удачи. На Телеграм подписочка. На Бусти, на меня, если что, подпишитесь. Если стримов хотите, буду на оборудование копить. Всем удачи, пока-пока.